С наступлением осенне-зимнего периода главной задачей для руководства города и соответствующих служб является обеспечение бесперебойного поступления тепла в дома горожан. На сегодняшний день компания «Теплоснаб» обслуживает большую часть многоэтажных домов, несколько образовательных и медицинских учреждений муниципалитета. По словам директора компании Дайбека Султанбекова, общая протяженность обслуживаемой площади составляет более 30 километров. Котельные вырабатывают необходимое количество тепла с учетом погодных условий. Также обозначив, что за время отопительного сезона специалистами проведена объемная работа по ремонту котельных, и все они находятся на регулярном контроле. Кроме того, Даитбек Сиражудинович подчеркнул, что в случае аварийных или иных внештатных ситуаций действует специальная бригада на постоянной основе. Теплотрассы, вот там шорты 33, которые должны были заменить в этом году, но не успели. Но мы его устранили в течение часа ночи, работали ребята. А так котлы тоже выходят из строя, тоже мы быстро стараемся, не оставляя без тепла жителей города, устраняем эти все объекты. Как отметили специалисты управляющей компании, ключевая роль подачи тепла в большую часть города приходится на три основных котели, одна из которых является центральной. Рабочие бригады на местах регулярно проверяют уровень давления газа и температуру воды в котлах. Работаем по графику. Какая температура на улице? Если минус температура, ну, смотря, если минус 5 градусов будет, какая температура мы должны держать, мы держим по графику. Если у нас температура поднимется до 8, минус 8, минус 10, мы по этому графику поднимаем температуру котла. По графику. И так работаем. В данный момент у нас 68 градусов. С началом отопительного сезона, согласно плану мероприятий, ведется вся необходимая работа, обозначили специалисты. И на сегодняшний день, с учетом погодных условий, температурный режим соблюдается в полном объеме. Бика Сулейманова, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».